Так. Так, что у нас тут? Настройки. Звук. Все нормально. Так, G. Читаем. Поговорите в пабе с адмиралом Хевлоком. И дополнительная руна. Используйте сердце, чтобы найти руну рядом с пабом Пёсья Яма. Оу, oh, е. Yeah. Так. Я забыл сердце. Ой, пистолет. Так. Так. На этого не видели. Этого не видели. На это не надо обращать внимание. Это, видимо, какой-то DLS или что-то такое. Неважно. Так, у нас есть руна. Меня больше смущает этот дикий звук. Так, тут слишком глубоко. О, да, наконец-то тишина. Наконец-то. Опять слишком высоко. Опять слишком... Нет смысла, короче. Так, отлично, мы идем к заданию. Мы идем к заданию нашему адмиралу Хевлока. Будем... Вот, отлично. Мы можем читать через сердце. Где-то внизу в подвале собаки убивают собак, а деньги переходят из рук в руки. А, руну-то мы не забрали, вот я лох. Нет, это я не лох. Я не лох все-таки. Давайте бежим с сердечком нашим. Это, по-моему... По-моему, это реально сердце какого-то бомжа, которого нашли. Препарировали немножечко и, собственно, у нас теперь... Есть сердце. А бомж был чутким, однако. Раз его сердце стучит по рункам, по этим. Блин, а как теперь туда? Ага, у нас же есть перемещение. Почему я не могу забраться? Могу забраться. Так, еще раз, руна. Вот же она. Так. О, руны помогают бороться с противниками и преодолевать препятствия. Мгновенно переноситься с крыши на крышу, вселяться в крыс и рыб. Или замедлять время в бою. Это способ прокачивания. Очередной. Подожди. А, да-да-да, все. Подождите еще. Вот. Ой, рыбы какие-то. Вот, круто, смотрите, у нас есть темное зрение. Теперь это очень круто. Так, я хочу туда сразу попасть. Не хочу тратить время. Так, давайте еще разочек вон туда. Твою-то дивизию, ну ладно. Давай уже залази куда-нибудь. Где тут лучше пройти? Вот здесь. Нет, здесь что-то закрыто все. Наверное, здесь закрыто. Хорошо. А это какая-то зенитная установка, точнее. А вот еще можно почитать про них. Столько смеха. Они поют старые песни, взявшись за руки, но и из других более счастливых времен. Вот ты куряга. Я смотрю, да? Курить любишь? Интересно, что она там курит. Будем смотреть на эти знаки. Они по-любому о чем-то говорят. Здесь совершаются сделки. Порой под влиянием вина. Порой под влиянием острого ножа. Крутяк. И какая-то нам женщина говорит об этом за кадром. А что, никак, что ли, туда нельзя? Да ладно. Блях ты, муха. Я не понимаю, наверное, сначала на крышу. Ну да, вот сюда, наверное, надо. Давайте забираемся сюда. Никак? О, круто, крутичок. Нет, не получается. А может и получается. Я не знаю, давайте попробуем сначала вот сюда. Так как туда забраться? Я чувствую себя как лошпедом каким-то. Это ж легче простого, по-любому, а я что-то туплю. Ну вот мы и внутри. Мы можем здесь полазить. Мы можем... Подожди, а как? Во, ништячок. Темное зрение у нас на семерке. Давайте его поставим на двойку.
А пули где? А, пули у нас будут, пускай, на шестерке. Сердце у нас будет на... Пущай на тройке. Нет, будет на пятерке, оно не так важно. А вот усыпляющие дротики вот на тройке, я говорю. А болты на четверке. Самое главное не перепутать. Не, давайте болты вообще куда-нибудь подальше. Как говорится, от греха подальше, да? Все очень круто. Итак, зрение. Здесь некие люди ходят. Но мы не будем задерживаться. Мы будем действовать. А как убрать зрение? Вот так. Отлично. А, нам необходимо... Какое солнце, как прекрасно. Нам необходимо... Лично мне необходимо все тут посмотреть быстренько. Самым быстрым способом. И отправиться на крышу. На ту самую крышу. Там наверху. Я хочу туда слазить. Я хочу посмотреть, что там на этой крыше. Но перед этим сожрем тевианскую грушу и прочтем отрывок из священных текстов Смотритель, написанный Верховным Смотрителем. Очень интересно, очень. Я уверен в этом. Но, так как я записываю, я не буду это читать. Слишком много. Можете ознакомиться с этим потрясающим текстом. Так, с этой картиной. Никак на нельзя взаимодействовать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... О, здесь у нас что-то интересного. Так, вот уже несколько дней прошло с тех пор, как нашли... Как наши люди отправились в старые катакомбы, чтобы оставить оружие для Корва. Вот, пожалуйста, я хочу надеяться, что все получится на это оружие. Пиро потратит немало времени и средств. Как видите, это про нас написано. Это просто можно завалиться, сколько тут всего написано. Я аудиограф. Я не знаю, я не хочу задерживаться ни секундочки. О, 100 монет, ни хрена, нормально. Там больше ничего нет. О, привет, ты кто? Персиковая тарталеточка. Так, тут что у нас? Кошель, больше ничего. А, далее смотрим, можно тут побегать по локациям. Давайте все-таки уже на крышу на какую-нибудь вот, зайдем туда вверх, наверх поднимемся. Посмотрим, что там. Так, собственно, мы отсюда, по-моему, пришли. Я не знаю, ребят, мне это начинает уже раздражать, потому что это очень, мне кажется, просто забраться на это говно. Давайте я снова спущусь, если вы не против. Я вообще не знаю, против ли или нет. Тут сейчас дверь какая-то еще есть. Я просто хочу вон туда забраться. Но у меня почему-то не получается. Да не, получается. Чё я туплю? Я же... Вот так надо забраться просто-напросто. Вот так вот. Так вот, чпоньк, и все, и мы наверху. Отлично, я что-то тупил. Так, у нас 5 духовных бальзамов и 8 эликсиров. Твою ты! Я был на этом уровне, ёпарасеты. Я отсюда свалил. Монетов 10 денежных единиц. Здесь у нас кошель. Охренеть, тут текста. Да, он слуга чужого, он должен... Тут много чего интересного есть, наверняка. Слушайте, я не понимаю, здесь очень много всего ценного. Я не буду это здесь ничего подбирать. Я не буду, да, я не буду. А все, мы на крыше, что? У нас... О, нормальная тема. Переработанная ворвань. Может, тут еще что есть? А мы здесь были, я помню. А, и я еще знаю, что я здесь кое-что не собрал. Да, в предыдущей части. Я все-таки что-то здесь пропустил. И сам того не увидел. Все, быстро идем к нашему чуваку. Так, а по сердцу у нас... Да подожди, пятое сердце. Адмирал Хевлок. А, вот он, это и есть. Ну что, братан? Сейчас.
Да блин. Пули где у нас? На шестерке. Где мои деньги? Ох ты гад. I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Хрена у него лапа, блин. Your camel dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she lied. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Блин, а я же хочу в стелсе все это делать. Ой, не в стелсе, а без убийств. Campbell is holding a fortress by the name of Martin. He's one of us. Manage to find him, give him whatever help you can. He's a master strategist, and he got caught working for our cause. It'd be good to have him back here at the Hellpits. Что-то мне там сделали, умение. О! А что, у меня руны есть? Нет, у меня нет руны пока что. Можем вселяться, время изгибать. Крутяк, чё. Жадная стая. А это что такое? Позволяет видеть в темноте и различать. Так это у нас... А, у нас нужен второй уровень. Да блин, второй уровень. Хоп. Позволяет видеть в темноте и различать силуэты живых. Кроме того, полезные предметы. Сохраненные устройства даже через стены. Ну это круто, круто. Перенос можно качать. Ну будем копить эти рунки наши. Руны, руны, руны. Когда у нас будет темное зрение, мы второго уровня, мы будем просто царями здесь. Отлично, можно пивчанского, можно... Я люблю кефир. Где тут кефир? Хочу кефир. Что это? Это сточная вода? По-моему, тут во всех вентилях сточная вода. А, можно только один крутануть. Но и то круто. Все, погнали. Не будем пить сточную воду, а сюда мы заглянем чуть позже. А это что такое еще тут? Да спустись ты уже, блин. Да спустись. Где я? Надо вооружиться. Смотрите, вау. Круто. Будем бегать с перемещением. Нужен ключ от старого порта. Подожди, мне нужно перемещение, вот. Подожди, я перемещение... А! Штичок. Раз, и все, больше ничего. А я сидя я был, сидел я просто. Так, далее, больше здесь, наверное, ничего нету. Может быть и есть, но я не знаю. Все, погнали. Да что ты делаешь-то? Мне вот что нужно. И мне не нужен твой кинжал. Все, мне нужно свалить отсюда. Привет, мадемуазель. Какого хрена? А, заскриптовано. Ты тональник не размазала. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer, that wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not... Ты хочешь мне дополнительные задания, что ли, дать, и не въехал? Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Я не стал убийцей, слышь ты. Сейчас тебя кокну, будешь мне еще. Так, умения опять. Это мы знаем. Цели. Предметы. У Калиста есть дяди, капитан городской стражи Данула. Дополнительные задания какие-то. Shift. Убрать значок цели. Нет, я наоборот хочу. Вот, все. Ништячок. Отлично, мы идем к Самуэлю. Привет. Ну что, пивчанского и на рыбалку? Если вы... Ой, из-за тебя что-то проплыло.
Давайте зайдем. Он нам говорит, Киро, зайти. Давайте зайдем. Я не знаю, зачем. А где этот урод? Ладно, нормальный чувак. Надо лишь привыкнуть. Отлично. Вот он здесь, чувачок наш. Тебя тут ничего нового не появилось? Нет. Чем могу помочь? Найми мне тёлок каких-нибудь, да, да покруче. Давай поговорим об улучшениях. Чё тут мне нужно? Духовный бальзам, у меня их 5 из 10. Сотку стоит. А улучшения есть у тебя какие-нибудь интересные? Давайте посмотрим. Улучшение для оружия. Метка увеличивает кучность, точность стрельбы. Это для дротиков или для чего? Дротики, видите, боевые сцепляющие дротики. Даже в бою сцепляют дротики действуют мгновенно. Здесь у нас что? Позволяет изменить масштаб. Нафиг не нужно, наверное. Можно 10 арбалетов. Позволяет носить на один костяной амулет больше. Всего 4. Открывает запас костяных амулетов 2. Носить... то у нас пока ни одного нету. Потом как-нибудь качнем, наверное. 300 стоит. А вот эта вот тема, боевой сцепляющий дротик, даже боевой сцепляющий дротик здесь... Ну, в принципе, неплохо. Ну, не надо, давайте лучше купим у него... А, у нас максимум дротиков. Ну, все, красавцы тогда. Так, тогда я тебя покину, мой друг. А я когда приду, чтобы телки все были, понял? Отлично. Чпонька, и все. Я готов. Конечно, отправляемся. Я заговорился тут с ребятками, очень-очень заговорился. Мне пора уже валить отсюда, мне пора на встречу приключениям, и отправляемся. Загрузка. Винный квартал. Ну тут по-любому все алкаши, не зря такое название. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. And there are the real odd fringes like that Granny Rags. They say she's nuts. Ну, он нам сказал, что тут есть какие-то стены, через которые нельзя проходить. Типа, охрана тут везде будет. Ну, крутяк, молодец. Ты что, пасать пошел, что ли? Бульвар Клеверинг за первой световой стеной патрулирует городская стража. Переулки вокруг бульвара принадлежат банде Bottle Street. Старовета живет в квартире в конце Эндория Стрит. Мне не нужно... О, ты уже разжился, я смотрю. Ну ладно, отправляемся куда-то там. Дополнительное что-то там есть задание. Подожди, мне нужно... Да блин. Это не читерские амулеты все. И здесь у нас два амулета и две руны.